для морской охраны Государственной пограничной службы Украины во Франции был спущен на воду второй катер ОСА. Так, пресс-служба морской охраны Госпогранслужбы Украины сообщила о спуске на воду второго катера FPB-98MKI, построенного для охраны морских границ Украины. Спуск прошел 21 февраля во Франции на судостроительном предприятии компании ОСА. В морохране ожидают, что весной этого года построенные по французскому проекту катера прибудут в Украину и заступят на охрану морских рубежей нашей страны. Напомним, что первый FPB-98MKI был спущен на воду в декабре прошлого года. Тогда на катере завершались окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования. И длилась подготовка корабля к швартовым испытаниям, которые должны были продолжаться до конца января. Пока украинские моряки-пограничники осваивают новую современную технику во Франции. Одним из достижений этого контракта является то, что 5 из 20 катеров, которые планируется построить, будут произведены в Украине с помощью французских специалистов на украинских мощностях завода «Небулон» в Николаеве. Реализация этого проекта стала возможной благодаря подписанию в 2019 году рамочного межправительственного соглашения между Украиной и Францией. Оно предусматривает кредитование правительством Франции и европейскими банками строительство французских катеров на сумму 136,5 миллионов евро. Спасибо за просмотр, за ваши лайки и комментарии. Ребята, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости от нашего канала. Всем мира и добра!